Сказания о Петре и Февронии Муромских увидят жители северной столицы. Оперу покажут в Александринском театре. По сути, это возрождение постановки. Ее уже показывали в 2016 году в Эрмитажном театре. В основу легло литературное либретто драматурга Людмилы Разумовской. Сказание о Петре и Февронии Муромских объединит оперу, драму, хореографию, древнерусскую поэзию. Автором одежды и декорации стал российский живописец, художник-постановщик оперы Иван Глазунов. Спектакль требовал соответствующего оформления. Несколько месяцев мастера трудились над созданием десятков костюмов в стиле иконописи. Для этого потребовалось разнообразие материалов – от бархата и шелка до льна с холщовыми тканями. Спектакль о князе и простолюдинке, которые ушли из жизни в один день и час, покажут 7 июля. Действо развернется в мультимедийных декорациях в сопровождении симфонического оркестра.